O, siempre te bata się, no ja pasować kajskie taj od kampanii Mafam MX 5. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то интересно использовать Bluetooth 5. У нас, ребят, и защита, и в теории вы с ними и покупаете, и кинете, и стукнете. Самое, что главное, оказалось еще и функция звонков. Спецификации будут и слева, и справа, потому что вдруг окажется кому-то интересно. Комплектация стандартная, и шла, вот ничего интересного вы здесь вот не увидите. Вскрываем упаковку и смотрим, что же в конечном итоге. Встречают часики и такие, знаете, крупные и большие. Вот просто, чтобы вы увидели вот с теми стандартными, что вот я в копиями покупаю. Открываем. Если что, этикеточку в каркас. Кстати, знаете, в чем плюс? Полностью сделан из металла и смотрится вполне симпатично. Смотрите, и датчики все прикрыты, чтобы не испачкать их или я не знаю, для чего. У нас в теории измеряется и ЭКГ, там и пульс, и все полностью в питание и с магнитиками идет. Я надеюсь, что вы увидели, что здесь у нас динамики идут с микрофоном. Сделано в комфортно. Смотрите, две кнопочки идут. Ну, что в плане дизайна все вполне что классно. В комплектации у нас есть интереснейшая инструкция. Снова таки я акцентировал, я не знаю, ну, что вдруг кто-то читать ее будет. Что из плюсов оказалось еще и пленка, и гарантия. Что прикиньте, у китайцев оказалось еще и гарантия. Так, в питание и с магнитами я говорил, и учитывая, что корпус из металла и все полностью, то, естественно же, держаться в комфортно это дело все вот не будет. Попытаемся вставить ремешка. Я, знаете, уже для спортивного интереса купил все-таки, чтобы из металла было. Я так думаю, что, знаете, вот если и часики из металла идут, то пусть все полностью из металла и смотреться в покруче будет, и в плане эксплуатации будет все-таки чуть в комфортней. Но сейчас стало чуть-чуть в теплее, то я не думаю, что будет что классно. Изначально, я надеюсь, что вы увидели, смотрите, включились. У нас есть, так, изменяется в циферблаты, у нас есть такой циферблат. Вот знаете, вот циферблаты, кстати, тут в красивый и стильный. Вот так. Что первое впечатление, навскидку, вот я вот не нравится, чтобы из классика и шло, они вот в такие вот, что у нас. Я, кстати, вот не включил эту функцию, но, знаете, вполне симпатично и красиво. Шторочка спускается, спускается. Нет, тут тишина, вот так сделаем. Включается смс-ки у нас. Тут включается измерение в пульса. У нас есть и все плюшки. Знаете, вот из плюсов, что по плавности изумительно идет. И включается и вибрация, если захотели, изменяются иконки еще. Но по плавности, вот честно, вот первое впечатление вообще, ну что круто идет. Тут включаем бок, у нас дистанция и шаги указываются в погода, управление по музыке. Здесь еще включается измерение в пульса. Плюсуем. Измеряется и давление, еще и все. Так, ну, в целом интересно. Так, ты спускайся. Вот, есть. Ну, что, включение по Bluetooth. Здесь изменение. Open. Я так думаю, что специальная экономия аккумулятора включается, чтобы не звонили и не беспокоили по установочкам. Изначально я не думаю, что интересно. Вот вы вот здесь что-то увидите. Вот интересная локализация включается. Есть. Ищем, чтобы вот русский был. Окей. Есть. И смотрите, включилось. Экран включается по максимуму сразу. Есть. Окей. В целом экран и красивые, яркие включения экраном есть. Смена циферблатов. Сколько секунд, чтобы включенный экран был. И снова циферблат сменить. Класс вообще. Есть. Так, секунду. Раз, два. Циферблаты вот есть, так, локализация, звуки и вибрации. Смотрите, включается, чтобы и с вибрацией, или включаете и звонок, и еще что вибрация, чтобы слабее или в покруче была. Тут, кстати, ну что, идея вполне интересная. Так, включается еще функция пароля. Ну, вот есть же люди, кто, знаете, вот опасается, чтобы у них все классно и комфортно, чтобы было. Единственное, что мне вот интересно, а смотрите, вот если здесь есть функция звонков, а где же включается в телефоны, в книгу, в калькулятор? Вот я увидел, у нас управление в покамере, в погодах показывается, а где же функция в телефонах? Для чего, скажем так,
что сделано. Включаем и смотрим приложение, потому что всеми, что от Ленька, вот вообще я в критически ставлюсь к нему, но в перспективе сделаем и будет вполне комфортно. Я попросил в толкового человека, и в теории он все сделает, и будет уже у нас и Telegram, и все из приложений, что используется, будут приходить. Но это в перспективе все, вот, ребята, что ждем. Получится, до человека сделаем, вот не получится, так, тут тишина, включить уведомления, тишина. Так, окей, смотрите, включение, доступ есть, окей. Включаем, извините, будет чуть-чуть, вот несколько секундочек все-таки, что придется ждать вам. 3, 2, 1, окей, есть. Включили, так, тут все классно, есть. Ну что, в поиск в часиков. Я знаю, нет, стерлейте в поиск устройства при использовании приложения. Ну и глянем, вот все-таки, что же будет. Кстати, а Bluetooth мы включили или нет? Есть. И смотрите, вот только что включил Bluetooth я, ребят. Есть, и ждем. Знаете, по опыту 100% вот не включилось. Не включилось, все окей. Указывается аккумулятор в циферблаты. Я думаю, что снова что сделали все платные. Знаете, у них вот с тех пор вот ничего вот не изменилось. Тут мы включаем, чтобы включалось к контактам и к журналу, и было все попроще. Считаю, что вот все платные идут, но кто покопается, то там в конечном итоге оказывается еще в самом в конце. Вот если вы покопаетесь, то есть такие циферблаты, что покупать их не надо, и тем более покопаться по форумам, то там вот есть тоже циферблаты, что покупать их вот не стоит. Есть, так, смотрите, включена в погода, испытаем ее. Тут, ну что, включаем приложение в те, которые вот интересуют вот нас. Естественно же, включу из Вайбера и из телефона, да. Вот видите, что плохо, что все-таки в Телеграма вот здесь вот нету в приложении. Но вот снова акцентирую. А хотя нету, вот есть еще и Телеграм. В теории все включится. Так, включается в будильник, но что плохо, из часов упоминания, чтобы мы еще и жидкости выпили. Так, включается управление в камере. Вот, ребят, ну, снова я акцентировал. Вот я не знаю, для чего эта функция включается вот так, что дергаете ими или нет. Так, так, так. Ну, в теории вот там указано, что дергать вот надо, но я... Ага, смотрите, вот так включается, вот если тапайте, я так понял. Ну, эта функция сделана, вот я не знаю, для чего. Включается функция поиска у нас их. Это я вам скажу, что классно. Так, есть. Что еще? Включение экрана. Вот есть, я надеюсь, что все увидели ВКонтакте. Ну, конечно же, плюсуем. Кого есть... Так, специально, вот, чтобы вы чтобы все увидели, что в контактах вот я оказался. И с прошивкой у нас ничего вот не изменилось. И по приложению снова я акцентировал, что это самое плохое из приложений, что вот есть. В целом, пока все терпимо. Включаем вот здесь, смотрите, тишина пока идет с Bluetooth. Включенный у нас. Все классно идет, есть. Включаем вот здесь и смотрим. Пульс у нас есть, измерение артериального давление, дыхание включается, в кислород измеряется, так, спорт включается, чтобы вы увидели, но кто увлекается, то в целом, я так думаю, что будет вполне комфортненько, есть, включается вот еще и новости, но пока в тишина, управление по музыке. Ну-ну. И снова, смотрите, включается именно из часов. Я надеюсь, что все услышали, да, ребят? Включаем здесь. Секунду. Вот просто, чтобы вы по опыту, чтобы были, вот как оно в теории, что включается, изменяется, и все будет окей. Вот смотрите, вот мы включены, да? Отключайте этот пункт. Окей.
И в такой ситуации у вас уже все звуки будут идти из телефона, а не отсюда. Но что печально, вы в такой ситуации включаете по музыке, музыка есть. И видите, эффективность этой функции от 0. Ну, скажем, вот ничего не изменяется, у вас включается или так, или так. Здесь от такого вот никуда вот не денется. Но в чем плюс? Включаете 3.5 в телефон, в конечном итоге управление и звуком, и всем у вас будет идти. С Bluetooth по опыту, я не знаю у кого в как, но у меня вот не включается. В погода указывается и показывается вполне терпимо, претензий от не имеем. Так, указывается, сколько спали мы, управление по камерам, вот, и включился все-таки в телефон. У нас есть ВКонтакт, если захотели, что звоним, чтобы вы увидели, включается в клавиатура от ребят, звонки, история есть, и, естественно, чтобы, ну что, вдруг, что бить будет, то включайте и спасите. Секундомер включается, такая функция есть, в таймер, окей, и по установкам, вот я включал. Так, изначально включаем, испытываем, что же у нас звонками. Вот здесь, смотрите, эта кнопочка специально для спорта, для спортсменов, а здесь вот так включается. Просто чтобы экран выключился, вот нет такой функции. Так, ну что, выключаем и ждем, ребят. Раз и два. И смотрим, укажется имя, вот мне аж интересно. Вот знаете, все телефоны, включающие те, что у меня, они в конечном итоге не показывают. Так, звук идет, и смотрите, что мы имеем. Вот Ленька в телефонной книге оказался, но видите, вот ничего вот не указывает. Но захотели, скинули в трубку. Честно, в печалька, я все-таки думал, что ВКонтакте показывают. Смотрите, вот в приложение в приходит, из Телеграма все-таки вчитается. Я изначально думал, что в печалька будет, но уже стало чуть-чуть покруче. Именно в вот из вибрации тут претензий вот не имею. Вот смотрите, и вот не указано. При том, что вот я вот есть в телефонной книге, вот не указывают, кто звонит. Это, ну, скажем честно, для кого-то печалька, для меня я акцентировал вот не смертельно. И попытаемся скинуть еще что-то из Вайбера. Ну, я думаю, а вдруг, да все-таки получится. Оно и сработает. Ну, знаете, вот если из Телеграма все классно было, то значит уже из Вайберов тоже пойдет. Так, тут включается и светится, а здесь по опыту вот, ну что, включилось, и смотрите, и показывает текст. Претензии в целом вот не имеем. У нас и Телеграм есть, и Вайбер вот есть, звонки показываются, в теории поговорите. Тем более, читал по комментариям, все классно идет. В плане, ну, дизайна все классно. Единственное, что стоимость чуть кусается, но у них стабильно там купоны идут и всякие плюшки. В целом, штука интересная. И кто думал, вот, знаете, для себя что-то вкупить, то вполне интересная вот вещь. Но вот после, скажем, исправим приложение, то я думаю, что будет все-таки покруче. Извините, что долго было, но я пытался и старался только для вас. Всем спасибо, пока.